Всем привет! Я определенно из тех типов людей, которые делают все в последний момент, поэтому украшать дом и елку я буду накануне Нового года. И понаблюдать за этим волшебным для меня шествием я бы хотела пригласить и вас, поэтому если вы против, отправляйтесь со мной в это волшебство. Если она вдруг возьмет и ночью свалится, я не виновата. Все руки иголками исколола. Мы ж с вами, бабы, сильные, независимые, мы без мужиков справились. Каждого есть такие викторинки. Это прямо такое воспоминание о детстве, о тех старых стеклянных игрушках. Сейчас мало таких игрушек остается и вообще еще производится, но так как они уже представляют какую-то реликвию, они стоят дорого. Некоторые я подпишу, а некоторые подпишу позже, чтобы ни у кого не было соблазна их вскрыть.
волшебный и уютный праздник совсем близко. Подарки куплены, елка сияет, а в воздухе витают ароматы мандарин. Пусть уходящий год был о многом труден, но хочется верить, что он принес много радости и счастья каждому из нас. Поэтому я желаю, чтобы грядущий год был полон радости, доброты и везения. Удивительных приключений вам, верных друзей и драйва! С Новым годом! Пожалуйста.